Иначе, значит, не вы поставили кастрюлю, кипит у вас там. Ой-ой-ой, я поставил, да как-то быстро загорело там. Надо посмотреть. Интересно, вот у меня одна пишет, говорит, расскажите про Осипова. Это Алексей Ильич. Вы его назвали отступником, а я тут книги его читала, так, а тут монахи, дескать, жгут. Я говорю, покажи, где я написал. Ну, в книгах ваших я прочитала. Я говорю, пришлите, я должен увязать с контекстом. И она прислала. Ну, выдержка. Это видно из моей книги, для слова Божьего нет. То есть армия, армия, это 1960 год. Я не знаю, Осипов, таким он был тогда. Везде наблюдал за жизнью, искал ответы. В это время начал уже совсем близко подбираться к Евангелию. Появились книги Осипова А.А., а у этого А.И., отступника. Это профессор Ленинградской духовной академии семинарии был, сотрудник КГБ. Покупал их, когда был в армии. Наглядно там показано состязание верующих с неверующими. И я видел, что те предложения с какими-то цифрами, главы, стихи Библии Осиповым, не опровергается, что он не может победить силу в этих словах. Откуда он брал эти предложения, что цитировал, брал в кавычки? Это в автобиографии она пишет, страница точно не могу назвать, простите за навязчивость. Ага, так это Осипов был совершенно другой, не этот Осипов. А про этого Осипова я сейчас уже ответ начал писать. В интернете есть ролик, как монахи сжигают книги Осипова А.И. Вы вот сюда на мой форум зайдите обязательно, и там мнение разных священников и монахов про это событие, про Осипова. А уж потом я скажу свое слово, как только мою выдержку пришлете, чтобы я мог самым точным образом подтвердить свои слова. Кстати, когда еще разрозненные материалы к нему я посылал, то он их весьма одобрил. А брат мой родной по плоти, по духу, отец Аким Лапкин, ну тут я не прав, ошибки есть, у него учился, видите как, вот. Она говорит, покажите. Пишу, где писал про Осипа, что отступник. Мне тут нужно бы к контексту привязку иметь. Жду фразу и книгу про Осипа. Она сегодня со мной нехорошо поговорила, а я ее приструнил. Вот Елена одна. Я говорю, вы только начинаете говорить, и сразу как-то не так. Она говорит, вот после моей рассылки, теперь обязательно посмотрю книги, посчитаю. Вы замечательный человек. И все люди у вас там такие духовные. Еще, если можно, мне очень интересно. Вы про Осипова А.И. говорили, что он отступник. А то там написано Осипов А.А. Так трудно сейчас разобраться во всем. Ну, я пошел туда. Идем. О-о-о-о. Так это у меня что, ты бы знал, что тут есть-то? Я сегодня стал разбирать, а у меня в носках этих... Ну, я летом-то не бываю здесь. Появились... Моль, и она у меня поела там 2-3 носка. Я их заложил в воду, видишь, у меня варятся носки сегодня. Сейчас я посмотрю. На все они вошли, кастрюля маленькая. Это у меня носки варятся. Ну, думаю, тут они уже пропали. Думаю, какие-то коконы, яйца есть. О, смотри еще. Это я столько их наварил. Ой-ой-ой. Ой, да они у меня тут прикипели. Хорошо, что сказал. А то могли пережариться. Смотри, что делается. О, тут как-то надо бы их выжать, но это не выжать. У меня еще носки, я сейчас положу остатки. А как бороться-то с ними? Бороться никак с ними по-другому. Их надо только прожаривать. Сейчас я туда еще носков натолкаю. В общем-то, у меня тут вопросов никаких и больше и не было. Вот а фляга у меня с водой. Ну, прости, что я вот спрашиваю, но по-другому мне нельзя. О! Ну и нормально. Сейчас они у меня тут, если какие-то есть коконы, капут им тут всем. Сейчас я быстренько поставлю на плиту. У нас печка топится. Ай! Да! Я оба кружка снимать не буду, а только один. Ты мне потом опять скажи, это сегодня хлеб нам напекла Неонила Щукина. Мы его разрезали и подсушиваем. Я ей муку даю. Так, мешок муки ей, а мешок с моей муки. Нам это очень удобно, выгодно, просто выгодно. Она благодетельница наша. Ладно, я уже пойду.
отвечать Елене этой. Бог дал нам хорошее место. У тебя компьютер там тоже кто-то пришел. Посмотри, где приспособился белый-то. Вон он. Лежит там, дует он, старый компьютер. Да на новом-то не полежишь. Поверни хоть лицом сюда. Мордой-то. Ну-ка. Ну. Видишь, какой он вырос, здоровый стал. Привез-то его в кармане. Но. В мамку пошел весь. И сидят, греется тут. Не то, что знают. Плохо, что бессловесное. Довольно-недовольное молчит. Ну и чего смотришь, сыщик? Глаза открылись. А то, говорит, узкие глаза. Ничего себе. Нормальные глаза у него. Вот глаза сейчас покажу. Подойди сюда. А смотри, какая голубоглазая у меня лежит. Ну-ка. Ну-ка, покажи глаза. Гляди-ка. Ну-ка. Эх, белая какая. Пушистик мой. Голубоглазая. Ну-ка, поднимись маленько. Поднимись. Покажи, какой хвост у тебя. Ой, какой хвост у нее. Ой, какой хвост у ней. Да, замечательные мои кошки. Они голубей у меня охраняют, иначе меня мышки бы заели. Вот она какая, вот она. Ой, да грудка-то у ней какая, ой. Ушки красненькие. Мышатники первоклассные, у меня кошки высшего класса. Красота-то какая. Я ее выставил, так у нее рейтинг под мой подперл. Там сотни очков дают. Видишь, она какая. А хвост-то как у лисы. А хвост-то у тебя какой. Но. Ну ладно. Пускай у меня носки тут лежат. Я их придавлю сейчас. Пропали эти. Кто их, как назвать-то, моль. Дети моли. Уничтожили у них этот курятник, инкубатор-то. Я лето не бываю, они залезли, там мои мозги лопают. Смотри, у меня костюм висел, вот. Армейский костюм, я вот сейчас надену его. Я люблю, он бесплатный мне достался. Я в летной школе вел занятия, офицеры мне там все дарили. И они, смотри, как пощикали. О, это дырки. Ну еще нормально, что ли? Ну вот я обиделся на них, выходит. Вот. Пощикал. Они меня, я их. Ладно. Сейчас я буду ей отвечать.